День знаний запомнился ученикам Новой Морозовской школы не только торжественным открытием, но и интересной беседой с депутатом Государственной Думы Геннадием Паниным. Ваш любимый предмет в школе? Интересно, математика. Скорее всего, этот интерес был вызван тем, что у меня бабушка моя была учителем алгебры и геометрии. Общались на разные темы, обсудили важность учителей в жизни школы, любимые предметы и даже запланировали экскурсию в Государственную Думу. Сегодня к нам приходил Геннадий Панин. Да, мне понравилось. Разговаривала с ним. Ну, вот это было волнительно. Рассказывала о нашем классе. Это тоже как-то ответственность какая-то определенная. Рассказывал про СВУ, про Госдуму, про то, как важно сейчас поддерживать людей на СВО, бойцов. В ходе общения ребята поближе познакомились с Геннадием Олеговичем, узнали не только о его работе, но и о школьных годах. А после встречи сделали традиционное фото на память.